Анш Абдуль, братья, сегодня мы будем играть в Battlefield 2 на PlayStation 3. Посмотрим, что за говно. Блять. Сука, давай грузись. Это лицензионный диск. Хотя ничего не стоило запустить пиратку, потому что мне удалось настраивать, как с новой прошивки выходить в PSN. Но это лицензионный мне диск. Мне просто кореш подогнал десяточек дисков PlayStation, причем таких, которые я бы сам бы никогда не купил. Не то, что мне на них жалко деньги, они нахуй не нужны, даже Battlefield на компе лучше мне играть, естественно. Ой, блядь. Че на... Вот, сука, вечно такое говно, а? Сука, а? Сука. Ну, тварь, а? Воу, пошло, пошло так. Турмы, захваты. Я и на геймпаде не играл давно. Это я в демо-версию играл много. Ладно, сейчас попробую поиграть. Но и в игре-то что-то особенно не охота рассказывать. Я уже делал обзоров много на эту игру. Не хочу просто говорить, повторяться не люблю. И вообще, вы и так все знаете, что это лучший онлайн-шутер. Лучше этого сраного тупого Call of Duty, нахуй, Crysis, чего угодно. Я про мультиплеер говорю. Даже лучше, чем Battlefield 2. То, что недостаток малого количества игроков компенсируется картами, в котором на одной точке сосредотачивается вся эта масса. И, кстати, на компе в этом и хуже, потому что там больше игроков, чуть побольше на 6, что для 4 сделали. В результате это получается хуй знает что, блядь, там месово. Он, блядь, вот. Граната пошла. Анш Абдуль! Так. Вот, видите, и пулемет садимся, ебашим их. Суки, а. О, видите, он прямо оттуда ебашит. Сейчас мы его, сука, отсюда снимем. О, блядь, сука, а. О, видите, убил все. Тут по мне ебашит этот гранатомет. Вообще отсюда надо лучше сейчас съебывать. Но меня, наверное, убьют. Я же сказал, ну я просто не стал, мне лень было. Вообще, если ты заметил, что по тебе хоть чуть-чуть стреляют, то это надо съебываться моментально, блядь, сука, укрытие искать, вообще убегать нахуй. Да. И по возможности всегда захватывать технику, что если правильно играть техникой, блядь, больше всего набьешь всего. Лучше всего подъезжаешь, да, и сзади хуячишь. Издалека танком. Дайте я до управления разберусь. Какой-то, блядь, гранат, сука. Блядь, а. Ну, сука, как базуку-то достать, а? А, так вот. Ну, достаточно простое управление. Ах, ну, сука, тут шпионишь, блядь. Я тебя, сука, пошпионю, урод. Какой кнопкой спотить? Непонятно. Сука, он ждет танка, видите, чтобы респанулся. Сука, а? Ну, вот и все. Так вот. У меня никаких апгрейдов нет, то есть новый аккаунт. Только зарегил. Да, пиздец. Анш Абдуль, Анш Абдуль. Видите, труп. Видите, как круто. Ну, танк, он очень уязвим, если его неправильно использовать. Поэтому лучше бить издалека. Танк существует для того, чтобы внимание отвлекать. Поэтому по возможности надо просто пустую бить, да даже, чтобы отвлекать внимание врага, и чтобы в это время с ним пехота разобралась, и полегче жилось. Графика, в принципе, конечно, хуже, но вы видите сами, какая-то хуй знает что, но в принципе это не напрягает. Даже то, что обратная отдача есть, это как бы плюс игры, даже, в чем-то лучше, чем компьютерной. Почему? Потому что на компьютере геймпад вообще не работает. Не знаю, зачем они так сделали. И обратная дача, сука, увидите, сука, уебок, а? Мразь, а? Ну вот как я тебе, сука, чинить, блядь, надо? Блядь, выходил починить, взорвался. Забыл, какой кнопкой. Блядь, первый раз включил, блядь, за полгода. На приставке, имею в виду. Вот. Анш Абдуль. Настройки где-то хуже, чем на минимальных компьютерах. Компьютеры без сглаживания, естественно. Да.
Суки. Блять, ну какой же кнопкой нахуй, сука, а? Блять, вы, суки, охуели, бегаете прям под носом тут, а? Получи, блядь. Блять, фалс патрон, нахуй. Да. Пиздец. Блять, они шабдули. Вот эти, кстати, пидорасы, что сделали, они забанили демку. То есть, после выхода игры в демку стало невозможно играть. Сука, и главное, что бесит, что эта демка осталась в PSN. Ее можно, человек загружает, чтобы поиграть, а поиграть нельзя, она не коннектится никуда. Сука, и хуй на это. Типа издевательство такое, а? Блять, какой же кнопкой нахуй, а? Блять, идите нахуй, а? Сука, ну какой же кнопкой, блядь, чинить нахуй? Или может у меня нет пока чинилки? Блядь, наверное, просто нету. Сука. Ну да, может и нету, блядь. Я же совсем на стартовый класс. Блядь. Вообще-то, конечно, нехорошо делать. Ой, ждать, ждать танка. Кстати, раньше они быстро прям сразу появлялись. Блядь, урод, а. Блять, а! Ну, сука. Весь кайф обломал. Сейчас как раз танк должен подключиться. А это, кстати, говно самое, вот из чего он меня ёбнул. Она медленно летит и вообще... Правда, самая мощная. А танк можно с той штуки, если с апгрейдом, подбить практически с одного выстрела, если в задницу ему. Там, в зависимости, куда попал, тем больше урон. Вот. Блять, а? Сука. Блять, ну посмотрите, какая графика. Вообще пиздец. Не, камень нормальный, так еще сделан. Даже выпуклый какой-то, хотя нет, знаете. Блять, треугольный камень. Ну и на компе, в принципе, такой же. Да. Ну, по крайней мере, не тормозит. Блять. Видите, убил его все. Вот. Сука. Аншабдулии. Победят. Давайте уже из базуки ёбнем. Блять! Ну, сука, спас товарища. Блять, а сука, да прыгай ты, блять. Так, медленно ходим, медленно. Нельзя никогда лезть на рожон, нахуй, даже если штурмовик. Самый странный класс это сейчас штурмовик, потому что он вообще, блять. Ему посволы там урезали, все урезали, блять. Сука, что он может сделать, кроме как патроны раздавать, вообще непонятно, нахуй. Сука, там... У него ни камуфляжа нет, блядь, ни гранатомета против танка, ничего. Никого лечить не может, только, блядь, патрончики раздавать. А их не автомат, он хуже даже, блядь, любого автомата. Их не оружие, основное, другого класса. К тому же сейчас можно, блядь, на любой прицел дополнительное оружие нацепить. Да. Пиздец. Уёбок. Сука, Аншабдуль! Блять, сука! От Бибарана ушел, блядь. Урод, блядь, а. Видите, одной пулькой прям. Бля, видите, как патроны быстро кончаются? Сука, да у меня все уже закончилось, все. Все. Пистоля, давайте с трупа. Эти же остался там его или уже исчезло? Амуниция. А, осталось. Поднять уже, блядь. Самый санный автомат. Повезло, конечно. Блять. Блять, сука. Блять, а? Еще с шотганом, урод, блядь. Блядь, сейчас он обойти, наверное, РК попробует меня. Если не идиот. Блять, вот он, вот он. Сука, вот он, блядь, ваххабит ёбаный, а? Сука, паскуда, а? Сука. Надеюсь, это не мой дом падает. Блядь, ну иди сюда, мразь, иди сюда, сука. Иди сюда, нахуй, блядь. Что, Старкрафт купил, блядь, урод? Урод, Старкрафт купил, урод! Пиздец. Аншабдуль, Аншабдуль. Аншабдуль, блядь. Бога сатана, укажи мне цель. Укажи цель для карания зла.
Абдулла, пехотинец, сидит в засаде, ждет. Ждет бога сатанов приказу, бога сатанинских. Блять, а? Блять, а? Сука. Блять. Сука. Мразь, а? Мразь, а? Сука, блядь, вот не надо было сюда лезть, сейчас меня убьет. Но я сразу знал, что он меня убьет, блядь. Потому что не надо лезть. Потому что его пулемет круче, чем это ебаное говно, с которым я ходил. Блядь, а. Вообще, как интерес теряется, когда уже нечего открывать. Поэтому рекомендуется даже новый аккаунт создавать. Я рекомендую, чтобы заново их открывать, анлоки эти. А так ничего вообще игра выглядит не убого. Не то, что это ссаная PlayStation. Сука, видите, блядь, какой дохленький, да, дохлячок вообще с одной пульки. Ну, Фаус, держи, сука, подарок. Видите, выстрел надо ступил. Надо, блядь, сразу, нахуй. В укрытие, блядь. Блядь, а? Сука, надо еще, блядь, привыкнуть. Геймпад ебаный, блядь. Вот знать бы, как я... Геймпад Xbox получить было бы круто, нахуй, это вообще пиздец, блядь. Ведь подключаешь же мышку, клавиатуру, в одной токе так говно полное получается. Я читал, блядь, хотел какую хуйню купить, четверскую. Там, блядь, хуже даже, чем на геймпаде играть, потому что там какая-то медленная сенса, ебанутая совсем, которая, блядь, проскакивает постоянно, блядь, вообще пиздец. Маншрафт вдоль, блядь, а? Блядь, сука. Блядь, уроды, а? Блядь, нахуй. Блядь, а? Сука, педики. Педики ебаные, идите нахуй. Вот зря вы выполз, надо подождать, пока установится. Меня тоже сейчас могут убить. Вы так не делайте никогда. Сука. Блять, мразь, а? Что-то там шевелится, блядь. Какой кнопкой, я не пойму, спотить только. Забыл. Потому что на компе надо всегда постоянно двигать эту кнопку спота. Потому что пиздец, это очень помогает. Сука, а? Видите, попал одной пулькой сразу в эту мразь. Блять, сука. Уроды, уродина ебаная, а. Видите, а эта штука, видите, тоже внимание отвлекает, ведь я в нее отвлекся, а там эти, блядь, лезут. Сука, видите, кружит мразь, блядь, а? Ну, вот меня убили, вот так это и работает, блядь, для этим это и сделано. Ой, блядь, Аншабдуль. Сука, Аншабдуль, кара вечная, Аншабдуль. Кара вечная, бибаран, братья. Сука. Аншабдуль. Блять, нахуй, а? Блять, я попаду нахуй. Видите, я специально посмотреть, да и попаду или нет, ну как, снаряд летит, потому что на геймпаде не первый раз стреляю с гранатомета практически по танку. Сука, урод, а? Мразь, паскуда, а? Ой, сука. Уроды, блядь, а? Блядь, видали, сколько я их ёбнул, а? Обоих, блядь. Абдульнова, вот где. 740, блядь. Ну да, ну я же не с самого начала начал играть. Я уже, блядь, в середине игры присоединился. Сука. Аншабдуль. Вперед за балавирование. Бибаран, братья. Бибаран.